И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон и Макс. Сегодня мы играем в кейс Аниматроникс 2. Я буду играть за аниматроника, а пацаны будут стараться выжить. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Если вы бьете и кушаете, приятного аппетита. Дима, ну что, ты свою жопу уже остудил, чтобы я тебя там не мочил? Не искал тебя по тепловому следу твоей жопы? Не знаю, так придумал просто. Да, все готово, Димас. О, тут тыква, я ее немножко испугался. А, хотя я аниматроник, я не должен никого бояться. Блин, я эту карту не люблю. Диман, давай ты ее быстро, но если что, не пройдешь сразу, хорошо? Так, Максим, давай со мной двигайся, далеко не уходи, потому что... Далеко не уходи. А нет, от Димона уходи, он очень хорошо играет. Я псих, я иду. Я тоже хорошо играю. А, сейчас мы проверим, как ты хорошо играешь. Факинг, че, блин, я испугался, ну ты смотри. Быстрее за мной. Точнее, за тобой. Давай уже. Двигай жопой своей. Я уже боюсь. Давай, давай, давай. Перди отсюда. Так. Масса там. Ах вы, сакуны вонючие. Где вы? Я знаю, вы где-то тут зашкирились. О, отлично. Ах вы вонючки. Хорошо. Я вам подаюсь на самом деле. Я могу очень хорошо играть. А, блин, больно, это же электричество. Как тебе моя ловушечка? Ну как крыса. Люблю тебя так пугать. Вот так, да, значит? Хорошо. Да. Я аниматроник, я тебя убью. Опа, у нас уже две карты. Вот так, да, еще и две карты. Я вас видел, я вас вижу. Нет, ты меня не видел сегодня. Ах ты, сукун вонючий. Димас, покемас. Я иду по вашей душе. Хорошо, что мне ее нету. А, так нельзя говорить, ты чего? Тихо, громко. Максимка, выручай меня, ты где? Я выручаю. Я боюсь. Тут страшно. И темно. О, Максим, так, это что вы там опять сделали такое? Это потому что Максим включил второй генератор, и можно у тебя уже сбежать. Вот так, да? Хорошо. Да. Димон, хакай один, я второй. Мы можем. Это карта? Это карта. Плохая. Не, она хорошая, когда выживаешь. Ну, то есть от тебя, когда убегаешь. Да-да-да. Да, мне тоже не нравится. Так, куда я вообще иду? Вроде правильно. А вроде и страшно. Но мне в данный момент очень стрёмно. Первый выход открыт. Все, я уже выследил, где вы. А где я? Да ну вы задрали своими электрическими этими фишками. Какими какашками? Ну он бьет мне и бьет. Я же тоже не металлический. А, я металлический. Так. Куда помирал? Нормально. У меня точнее. Не знаю, как у там у Максимки дела. Я вот тут что-то печатаю на компьютере. А, ты уже это, калитку открываешь на выход, понял. О, открыто уже калитка, но я сбегать не буду, пока патрулю тебя, Димас. Не-не-не, ну а да. Может ты ошибешься, я тебя убью. А куда? Так, D6. Ага. Ты в D6, Димас? Да, я в D6. А что ты там делаешь? Это вроде зона повстанцев. Да я вот вроде хожу. И вас не нахожу. Так. Блин, тут классно. Так, где тут, наверное, ничего? О, D2. Блин, вообще D2. Вернулся назад, ё-моё. D2, вернулся, да, по карте вижу. Что, Димас, D6 пошел? Нет. А куда пошел? Тебе. А где я? Ну, туда, куда я иду. А где ты находишься хоть? В D4. D4? Так, а что ты там делаешь? Меня там нету, Дима, сразу говорю, меня там нету. Хорошо, во всех D меня нету, во всех D.
Ищи так, меня либо D5. В А, либо в Б ищи. Я просто ориентируюсь, куда мне идти приблизительно. Короче, ищи меня либо в С, либо в Б, либо в А. В Д меня нету вообще. А в W есть? А тут такого нет. Так не умничай тогда. Так, Димон, я в B1. B1, хорошо. Ну, точнее, для тебя-то плохо. А где ты вообще ходишь? Да так, бегаю. Ну, бегай, бегай. Шучу, я в шкафчике сижу. Вот крыса. Так, ладно. Я сейчас как дурак, наверное, буду шкафы обыскивать, я зря это делаю, да? Я, короче, нахожусь либо в Б, либо в А. В С можешь меня не искать, и в Д тоже не искать. Я либо в Б, либо в А. Давай. Понял, понял, иду. Сейчас полегче тебе будет. Я тут пока посижу на диванчике. Нарвали диванчик, ребята. Вот как-то да не, Димон, все, давай, короче, сбегай. Сбегать? Да, короче, сбегай. Короче, я нахожусь в А. Да не, сбегай, сбегай. Нет. Да, ладно, сейчас попробую сбежать от тебя. Так. А что, ты точно меня не найти не сможешь? Не могу. Ну давай, иди, я в А1. Да не, сбегай. Да все, в А1 иди, давай. Да не, сбегай. А1, давай. Я тебе ловушку сделал на выходе, вот ты говно, иди. Иди ко мне. Не-не-не-не-не-не-не. Дебас, да иди в А1. Не-не-не, давай иди на выход. Да не... Давай, сбегай. Иди ко мне. Сбегай. Ко мне. Не, не пойду. Не-не-не-не-не. Давай, я хочу последний раз тебя посмотреть. Не-не-не-не, ты поставил ловушку, я не хочу на нее попасться. Ты думаешь, я дурачок? Нет, я ее далеко поставил. Не-не-не-не-не. Диман, иди. На ловушку. Это даже смешно, мы еще спорим с тобой. Диман, сейчас время кончится, я выиграю все равно. Осталось чуть-чуть вам. Нет, я выиграю. Какой мне... Какой я выиграю? Ты должен сбежать. Еще 2 минуты, Димас. А, ну все, ждем. Давай навести, Димас, меня последний. Хорошо, все, я иду. Не, я не иду, я тут жду. А где? А где мне тебя искать? Ну я на выходе жду тебя, там где вот писать буквы, там, вот там где компьютер. В смысле? Ну там где ты вводишь там всякую мотню. В смысле? Блин, мне так весело. А как ты туда попал? Ну я прошел туда. Да ты что ли дырку в потолке сделал? Что ли тут дырку? Нет, да не я. Ребята, я боюсь. Не, не ссы, Димон, не ссы. Да ну тебе, что за... Да не. Что за дырка? Да не, не я. Ты что ли, блин, тут? Блин, я сейчас пробегу через эту дырку, надеюсь, он меня не сожрет. А нет, это не твоя нет дырка. Как это не моя? У меня вообще нет дырок. Так, ну ты вроде не на этой крыше. Не-не-не, на другой. А я вообще не на крыше. А, тебя вообще нет, я сбежал. Ребята, теперь мы будем с Диманом выживать, а подписчик будет стараться нас замочить. Что у меня есть? У меня есть кабаки, которые я могу наклеить на стены. Так, а то не клей их пока, подожди. Не-не-не, не буду, я успею. Всего лишь 4 штуки, понимаешь? Это очень мало. Это очень мало, для того, чтобы сбежать, это очень много. Как понять? Понимай, как хочешь. Нашел синюю карточку сразу же. Смотри, отлично. Нам нужно искать... Это кто? Это ты? Нет. Беги сюда, Димон! Димас, беги. Беги сюда, беги, беги, беги! Я думал, что это... Он превратился при мне, я видел немножко. Я поставил ловушку, но он уже прошел ее, блин. Ребята, ставьте лайк за прикольный момент. Он телепортируется, он сейчас к нам придет. Не-не-не-не-не. Беги, беги, ран, ран, ран. Там успеем, Димон, не ссы. Я ссу, погнали. Так, давай сюда. Давай, может, заминировать проход какой-то? Не-не-не, не минируйся. Так, у нас есть пока нет. Я карточки тоже ищу, кстати. Не, карточка у нас одна уже есть. Да иди ты. Да иди ты, криворукий. Сюда, Димон, ко мне беги. Ко мне, сюда. А где ты? А что там будет? А ловушка там стоит, он сюда не может пробежать. И видишь, там ловушка стоит. Он устал, видишь, он перезаряжает. Все, пошли, все. Ему и там проход заминировали, и здесь. Так что давай, челик.
Максуха, удачи тебе. Сейчас будет моя удача. Да, 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 да. Это стрельнуть. Ага. Пошли, Димон, сюда тогда. Воу, хватит тут свистунька. Он телепортировался и меня убил. Стреляет он в тебя, Димас. Ладно, Димас, начал. Уклоняйся. Я уклоняюсь. Давай. А он секун вонючий. А он секун. Говно! И hey, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!